В ресторанно-развлекательном комплексе «7 звезд» есть все, чтобы сделать своих гостей счастливыми. Здесь наслаждаться вкусом изысканных кухонь можно не только в самих кафе и ресторанах, но и на террасах. Ощущение единения с природой дополняют и многочисленные пруды. Напротив расположен Олимпийский парк. Отдыхать здесь можно по-разному. Комплекс «7 звезд» предлагает 7 вариантов. На выбор 3 ресторана и 4 кафе разных стилей. Наш ресторанный комплекс предоставит вам организацию любых торжеств, как свадьба, юбилеи, выездная регистрация. У нас очень удобный подъезд к каждому ресторану. У нас очень большие площади открытые, на которых мы можем вам организовывать open air. Мы организуем для вас любое торжество на высшем уровне и высшего качества. Все объекты питания в ресторанном комплексе тематические. Ресторан «Граф Орлов» предлагает традиционную русскую кухню. Молодежное кафе «Galaxy» с японской кухней в стиле хай-тек. Есть даже детское с большим выбором десертов. Кафе номер 17 – это место для мужчин. Респектабельная мебель, напитки покрепче и множество экранов. Уютное кафе «Малина» специально для милых дам. Особенной популярностью у гостей комплекса пользуется итальянский ресторан «Базилик». Могу сказать, что ресторан ничем не отличается от московского уровня. И вот приезжая там за 2000 километров, ты уровень сервиса, уровень качества обслуживания, уровень продуктов соответствует тому, что мы привыкли видеть в Москве. Звезда комплекса — пивной ресторан «Брудершафт» на 1000 посадочных мест на время летнего сезона станет работать как ночной клуб. Будет здесь и красная дорожка, и фейс-контроль. Уже 27 июня в нашем ночном клубе будет первая парт-пати, где будет много интересных гостей, много сюрпризов, и не обойдется также без звезд российского шоу-бизнеса. Ждем вас и обещаем вам много положительных эмоций. Расположен ресторанно-развлекательный комплекс «7 звезд» на территории отеля «Азимут 3 звезды» напротив центрального входа в Олимпийский парк, проспект Континентальный, 6, Имеретинская низменность. Галина Моисеева, Нгагабеша, Николай Тихонов, телекомпания «Эфкате».